Ми отримали завдяки Андрію Говорову і його толерантності до журналістів, отримали нагоду коротенько з ним поспілкуватися. Хоча так, ну я так зазвичай думаю, що спортсмени не дуже люблять в проміжку між ще коли не закінчені змагання. Але от Андрій готовий. Дякую, Андрію, що ти, до речі, не маєш нічого тебе проти такого, щоб там після кваліфікації чи після півфіналу спілкуватися. С медиа. Да нет, я вообще не вижу. Ну, если после утреннего заплыва я отдыхал, то есть просто времени не было, но если есть возможность пообщаться, то я без проблем общаюсь. Расскажи, будь ласка, як, наскільки зараз ти почуваєш, наскільки твої сьогоднішні результати є, можна покращувати? Тому що два personal best за один день, це, ну, це, м'яко кажучи, круто. А я так розумію, що завтра у фіналі потрібно буде іще трошки знімати секунди, соті секунд. Ну, фінал Олімпійських ігор – це непредсказуема штука така, яку предугадати, що буде в фіналі, дуже складно. Тут больше играет психологическая подготовка. То есть, если взять чисто технически, где я могу сбросить, то такие моменты есть, они в элементах. То есть, это все реально. Результат, который я там показал первое время молодой, это тоже не недосягаемо для меня. Поэтому сейчас главное правильно подойти психологически и получать от этого удовольствие. То есть я без особого давления, то есть сегодня тоже я не чувствовал особого давления в полуфинале. Моя задача была попасть в финал. Я сделал то, что я умею делать, то, к чему готовились, и попал вторым, разделив место с американцем, но не важно, какой ты в полу, главное, какой ты в финале. Поэтому будем работать. В квалификации, так с выразу твоего обличия после финиша, ты так чуть здивувався. 21-49. Я не удивился вообще, потому что мы ожидали таких результатов, на тренировках показывали быстрее немножко, ну, из-за того, что ручное время, поэтому я просто подтвердил свои ожидания, и я так одобрил это. Скажи, будь ласка, на ці твої результати, які, очевидно, говорять про хорошу форму і самопочуття, вплинуло те, що ти працював в Бразилії в підготовчий період? Да, конечно, потому что очень много факторов сыграло на то, чтобы я показывал свои лучшие результаты. Начиная от людей, которые меня окружали вот все эти два года последние, ну, которые уже, можно сказать, финальный этап подготовки, заканчивая решениями, которые я принимал. И тут сложно сказать, что что-либо, что больше повлияло на результат. Мы старались сделать все как можно правильнее с точки зрения подготовки, с точки зрения психологической подготовки. Все, что можно было сделать, мы сделали. Сейчас соревнования – это борьба больше психологическая, нежели физическая. Ну, для нас, по крайней мере. Скажи, будь ласка, як, на загал, як виглядає Олімпіада в Ріо-де-Жанейро? Чи вона, так знаєш, виправдовує сподівання чи очікування від, від того, що «О, вау, Олімпіада»? Чи ти не звертаєш на це уваги? Во-первых, що для мене Олімпіада? В першу чергу, це сильніше соревнування. Тобто, тут люди показують свої найсильніші результати в плаванні, я маю в виду. Якщо ми порівнюємо ці соревнования як з с футболом, к примеру, то я считаю, что футбол здесь абсолютно не нужен, потому что есть турниры, которые намного больше ценятся и приносят удовольствие от просмотра и от участия. Поэтому для, лично для спортсменов это те соревнования, которые самого высокого уровня, которые каждый спортсмен, каждый пловец мечтает завоевать. Для меня это в первую очередь вот что это. Если считать атмосферу, обстановку, качество всей организации, то скажу, что всегда приятно выступать в команде большой, то есть в украинской команде вместе носить одну и ту же форму одинаковую, то есть участвовать вот в этом мероприятии. Это как-то вдохновляет. Это очень круто, когда у тебя есть партнеры по команде, не только в твоем виде спорта. А ты ставишь? Если взять... Да-да, кажи. Если взять организацию с точки зрения Бразилии, ну тут очень много грехов, но меня они вообще никак-то не волнуют, потому что мы приехали сюда соревноваться в первую очередь, а не отдыхать. И
Были там у нас там с потолка вода текла, автобусы ждали долго иногда, ну то есть долго ехали, ну это такое, это все не оправдание, это просто есть и есть, то есть мы пытаемся, исходя из того, что у нас есть, мы и живем. По питанию тут, ну сравнивать с предыдущими чемпионатами, на которых я участвовал, было и лучше, но есть еда, которая для спортсменов подходит, которая просто насыщает, поэтому ничего даже особенного. По общению, то есть с другими командами, особых там трений между нами, россиянами, тоже нет, то есть все отлично, то есть меня никто не давит, никто ничего компрометирующих вопросов не задают. Единственное, кто задает такие вопросы, касающиеся политики, это Associated Press. То есть на английском они всегда... Я же просто из Севастополя, в Севастополе родился. Они всегда постоянно затрагивают эту тему, поэтому я стараюсь. Но я попросил, чтобы они не задавали мне вопрос по политике больше. Потому что я сегодня утром приплыл, и мне тяжело было утром. То есть если я показал лучший результат, но я чувствовал себя не очень хорошо после. Меня тошнило. И мне нужно было давать эти интервью, я уже отвечал, я даже не помню, что я отвечал. Ну, я постарался просто ничего серьезного такого не наговорить, потому что у нас сейчас нужно следить за своими словами. Потому что, в первую очередь, я, кстати, тоже политолог, и мне нужно знать, что говорить. Но я хотел, попросил всех журналистов, с которыми я общался, что я, в первую очередь, здесь спортсмен, это представляю интернациональный спорт, и не хотелось бы не трогать политику. Вот так вот. Скажи, будь ласка, стежиш за виступами інших спортсменів наших? Не, конечно, да, за всеми слежу, то есть мы стараемся поддерживать. Я бы с удовольствием сходил на противостояние Верняева и Понса, но из-за того, что я готовился, я не пошел. Как бы там наши говорили, что судья не судья, все прекрасно профессионалы понимают, что ну, там ошибка была у самого Олега, поэтому заслуженное серебро, хотелось золото, конечно. Мне хочется, чтобы нашей страны было побольше золотых медалей, вообще побольше медалей. Но олимпийский спорт сейчас выходит на уровень полупрофессионального, то есть я имею в виду в любительских видах спорта. То есть мы уже полупрофессионалы, где большее количество людей занимается этим видом спорта, ну, разными видами. Но спорт приходит, он более популяризирован по всей планете. Поэтому чем больше людей занимается, тем сложнее достигать каких-то результатов. Дело тут даже не в каких-то... Конечно же, играет роль там финансовое обеспечение, то есть какие-то вопросы в плане организации в стране, но просто так медали не делаются. Нужно, чтобы было с кого делать эти медали, чтобы люди занимались спортом. Что у нас сейчас очень... Проблема не в том, что у нас нету профессиональных спортсменов, проблема в том, что у нас нету детей, которые занимаются спортом. То, что, к примеру, я могу сказать на плавании. В плавание идут не для того, чтобы заниматься для здоровья, ну, я имею в виду для здоровья, для укрепления здоровья, а идут лечиться туда. У тебя проблема со спиной, тебя отправляют на плавание. И вот такие ребята, у которых уже есть какие-то проблемы, они идут не для того, чтобы достигать результатов, а для того, чтобы лечить себя. Ну и потом, может быть, у них что-то получается. А чтобы целенаправленно ребенок пошел, чтобы быть профессиональным спортсменом, такого у нас вообще нет. У нас нет такой культуры. В Японии такое есть. Вот почему говорят, вот почему у японцев, у американцев, у австралийцев, там, у китайцев много медалей. Потому что у них есть культура профессионального спорта. У нас есть, ну, остатки системы СССР, потому что у нас есть училище Олимпийского резерва, которое помогает спортсменам. И поэтому мы еще хоть где-то держимся на чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Здесь есть какие-то медали. Но чтобы было больше медалей, нужно, чтобы дети занимались, а не так, что у нас денег было больше в спорте. Нужно, чтобы просто это было интересно заниматься этим. Да, однозначно, Андрюш. І останнє питання, таке, щоб тебе довго не тримати. Як ти будеш готуватися? Достатньо пізно фінал, там ціла доба залишилася. Як ти ось цю добу, там скільки там спати треба? Що ти будеш робити? Ходити, не ходити, лежати? Ну, я сейчас через часик, наверное, спать лягу, потому что ну, у меня же сдвинутый режим, и я особо так не переживаю по поводу сна. Посплю, поплаваю, хорошо покушаю, ну, правильно поем и буду настраиваться. То есть никаких серьезных, я ничего особо нового выдумывать не буду, просто отдохну и покажу, на что я способен. Дякую тобі дуже. Ми будемо уважно дуже стежити за тим, як ти будеш показувати, на що здатний. І ми віримо, що На ти здатний завтра. на дуже багато.
Дякую. Покажу все, что могу. Спасибо. Дякую. Счастливо. Все, всего Счастливо. До хорошего. побачення. До Пока. свидания.